Рано или поздно. Во время работы с горючими жидкостями, даже при нормальной температуре, создаются опасные для воспламенения концентрации паров. При транспортировке, переливании горючих жидкостей, в них образуются большие заряды статического электричества, потенциал которых достигает нескольких тысяч вольт, что приводит иногда к пожарам и взрывам. Промывочные ванны открыты. Не исключаются проливы жидкостей, пропитка полов, деревянных настилов, одежды рабочего. Все это может привести к трагическим последствиям.